Всем привет! Я Саша Цыганков, обозреватель чудо техники, и сегодня я вам расскажу про суперсовременный пылесос от фирмы Philips. Называется пылесос Performer Ultimate. Звучит как какой-то, не знаю, персонаж мультипликационный. Собственно, что это за пылесос? Это довольно обычный пылесос в том плане, что он сетевой, работает от розетки. У него внутри мешок для сбора пыли, то есть там не аквафильтр, не циклон, просто обычный мешок. Но у него есть несколько очень интересных особенностей, которые производитель рекламирует, ну и, собственно, которые мы проверяли. Мы в течение месяца прибирались этим пылесосом в нашей студии, где рассыпали очень много самого разнообразного мусора. И неделю я использовал этот пылесос у себя дома. Собственно, из чего он состоит? Ну, как любой обычный пылесос, он состоит из основной части, из шланга, удлинительной телескопической трубки, ну и, собственно, основной турбощеточки. Оп, вот. Специально для вас мы не стали отклеивать пленочки, потому что многие люди, ну и я в том числе, очень любят, когда эти самые пленочки отклеивают. Вот специально для вас мы, чтобы показать, что это прям новенький-новенький пылесос. И тут еще одна пленочка на экране. Оп. И тут еще две пленочки. Оп. Все. Что Philips особо рекламирует в этом пылесосе? Ну, во-первых, это функция Airflow Max. Что она означает? Это означает, что до самого полного заполнения мешка для сбора пыли мощность всасывания не будет снижаться. Это обеспечено там с помощью особого материала, особых каких-то там волокнистых штук. Короче, все эти инженерные вещи обычному человеку не объяснить. Я просто скажу, что в течение месяца, когда им убирались на студии, и неделю, когда я пылесосил им дома, мощность не падала, мешок там довольно полный, еще раз обратите внимание. Вот. Кстати, о мощности всасывания. Мощность всасывания этого пылесоса 550 аэроватт. Это очень высокая мощность всасывания. В среднем основная масса моделей, которые вы можете купить в магазинах, где-то около 300-400 аэроватт мощность всасывания. У этого 550, и это максимальная мощность. Ее можно регулировать. Собственно, как регулировать? Управление на ручке. Кнопка «Включить». Кнопка плюс-минус – это изменить мощность, то есть если вы пылесосите просто на полу или палас, то там может быть максимальная мощность. Если вы пылесосите, например, подушки, то там можно мощность поменьше сделать, чтобы они сильно не присасывались. Что еще есть такого в этом пылесосе? Конечно же, помимо основной щетки, естественно, есть щелевая насадка и насадка для подушек, например, ну, мини-насадка. И они расположены очень-очень-очень-очень умно, я считаю. Мне это очень понравилось. Они находятся прямо в корпусе этого пылесоса. Та-дам! Это гениальное решение, я считаю, потому что и у меня, и, я думаю, у большинства из вас, вот эти вот щеточки, когда вы покупаете новый пылесос, вы их оставляете либо в коробке от пылесоса, а саму коробку где-то на балконе, и потом думаете, блин, где эти щетки, а, ну, нафиг я без них как-нибудь справлюсь. Либо оставляете их где-то в квартире, а потом, когда они вам, когда они нужны, вы их не можете найти. Тут эта проблема решена, все очень удобно помещается. Вот за это, мне кажется, инженерам из Нидерландов, в компании Philips, мне кажется, им надо сказать огромное спасибо. И есть тут еще одна щетка для нежного, скажем так, всасывания пыли, например, с книжных полок. Она расположена прямо здесь, прямо в ручке. Оп! Вот так вот она выдвигается. И вот так вот пылесосится аккуратненько, чтобы не сбить ничего. Здесь щетиночки есть. Тоже интересное решение. Кстати, хочу обратить внимание, что
все вот эти соединения, они сделаны довольно туго. Это, я считаю, что это плюс, потому что ничего не будет выскакивать случайно, но довольно туго там некоторым девочкам будет неудобно вытаскивать все это и менять. На основной щетке вот так она выглядит снизу. Тут есть вот такие вот резиновые перепонки, которые позволяют собирать всю пыль и грязь на полу и направлять ее четко в отверстие, которое засасывает всю эту грязь. Собственно, посмотрим, какой он в работе. Шнур 7 метров. Оп. Втыкаем. Обратите внимание, как он круто загорелся. Вот эта голубая подсветка, не знаю, мне она лично очень нравится. У нас тут два стаканчика экспериментальной крупы. Поменьше, покрупнее. Возьмем сейчас вот это вот. Насыпем на палас и посмотрим, как Philips Performer Ultimate справится с вот такой вот грязью. Надо было взять черный ковер. Ага, все, рассыпали. Сейчас начнем эксперимент, но буквально пару слов еще про дисплей этого пылесоса. Да-да-да, здесь есть небольшой вот такой дисплей, который, собственно, отображает все происходящее. Ну, вот этот символ вам знаком, это значит, что он включен в сеть, готов работать. Управление идет с ручки, мощность всасывания можно регулировать, сейчас стоит максимальная, и вот этот значок обозначает, что эта мощность подходит для уборки на твердых поверхностях. Собственно, здесь нарисован паркет, всем знакомое покрытие. Я делаю мощность послабее, это моргает что-то типа паласа между ковролина, вот это, ну прям какой-то палас-ковер, который нам подходит. Это кресло, соответственно, для уборки мебели. И самая низкая мощность, угадайте, для чего? Копье, свеча, перо от перьевой ручки. Нет, это шторы. В общем, у нас и у голландцев понятие интуитивности разное. Итак, включаем на режим третий по мощности. Это уборка ковра. Хотя у нас тут не совсем ковер, а такая, скорее, занавеска, поэтому, видимо, придется переключиться. Оу! Так, стоп. Не стоп, точнее, а делаем поменьше. Но даже в самом слабом режиме всасывает он неплохо. Ну, вот тут уже можно посильнее сделать. Тут, конечно, он засасывает саму ткань. Кстати, прошу обратить внимание, сейчас на дисплее появился символ, обозначающий, что мешок для сбора пыли заполнен. Я вижу его первый раз, потому что за месяц с небольшим использованием на студии и у меня дома этот символ ни разу не загорался. Ну вот, пылесос отлично убрал мелкую крупу. Немножко он засосал нашу салфетку, исполняющую роль ковра. Но в режиме занавесок все справилось. И мы даже переключились на режим мягкой мебели. Очень удобная функция у этого пылесоса – это встроенная в щетку подсветка. 3-Active LED называется эта функция, эта технология. Почему 3-Active? Ну, наверное, она в три раза эффективнее одного светодиода, но их там 4. Что это позволяет? Это позволяет увидеть пыль, грязь, мусор в самых труднодоступных местах. Это, например, там под кухней или под диваном. У нас же особо полезной была эта функция, когда
на студии мы пылесосили, у нас с одной стороны студии идет съемка, и там, соответственно, свет везде выключен, а с другой стороны студии надо прибраться, но там нельзя включать свет. И вот эта вот функция, она очень выручала. И, признаюсь, дома, даже когда довольно светло в комнате, действительно, вот эти вот, вот это холодное освещение, вот эти светодиоды, они подсвечивают пыль. В общем, ты вот если без нее там прошелся где-то пылесосом, потом включил и такой, слушайте, а надо еще один раз провести пылесосом. И еще раз проходишь. Что-то там не дососал, не довобрал. В общем, эти фонарики, микрофонарики, они не просто так, они действительно полезны. А, и еще. У этого пылесоса есть умное отключение. Если вы не пылесосите им в течение 5 секунд, 3, 4, 5, он выключается. Но он тут же может включиться, как только вы взяли его в руку. И продолжаете пылесосить. Очень удобно для домохозяек, например, когда вы пылесосите кухню и одновременно что-то готовите. Вот так вот положили его, перевернули там какие-нибудь оладьи и дальше продолжили. Ну, а я, собственно, оставляю на несколько секунд пылесос, чтобы взять крупнокалиберную крупу. И посмотрим, как Philips Performer Ultimate справится с ней. Хоп, включился. Подсветочку включим. О, боже мой, я рассыпал крупу. Как же ее много, мне все это видно с помощью 3-Active LED технологии. Ну, в общем, вот так вот убираетесь дома. Надо вам прибраться. Так, делаете оп. Вот так вот. И там. А, нет, для мебели же другая насадка. Оп. Очень удобно, допустим, снять эту щетку. Оп. Вот это как раз то, что надо. Ой. Вы знаете, иногда бывает, вот кнопка Power расположена не очень удобно, потому что иногда, когда меняешь мощность, делаешь ее больше или меньше, то задеваешь эту кнопку, ну, чаще, когда уменьшаешь мощность, вот, и пылесос стопается. Ну, это такой нюанс, не знаю, мне кажется, это не совсем недочет. Все видно. Заканчиваем уборку, вытаскиваем шнур, оп, ну и, конечно же, самое любимое, наверное, у большинства пользователей пылесосов, это его сматывание. Как его хранить? Можно его хранить вот так, вот как вы убирались, соответственно, оп, оба, вот, собственно, и все. Или есть альтернативный, чуть более компактный вариант. Вот так. Оп. Оп. Все. Опа. Вот такой вот этот пылесос Philips Performer Ultimate. Стоит все это добро. Вместе с суперкомпактными и всегда под рукой насадками 25 тысяч рублей. Мне кажется, это завышенная стоимость. Нет, ну, качество, конечно, высокое. Хороший пластик, хорошее соединение, хорошая мощность всасывания. Все технологии здесь действительно к месту. Они абсолютно обоснованно здесь использованы. Но все-таки 25 тысяч за такой пылесос в официальном магазине Philips, вообще все 28-29, это все-таки завышенная стоимость. Я бы за него отдал, ну, тысяч, наверное, 15-17. Мне кажется, это разумная стоимость за такой технологичный пылесос.
А что думаете вы? Напишите, пожалуйста, нам в комментариях, постараемся ответить на каждый. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите по воскресеньям «Чудо техники» на телеканале НТВ.